Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео. Начинаю его вот с таких красивых кадров. Недавно купила себе свои любимые пионы, решила себя порадовать. И сегодня видео будет посвящено генеральной уборке на нашей кухне. Буду наводить здесь чистоту и порядок. Также покажу вам покупки для себя, для дома. Надеюсь, что мне удастся вас замотивировать и вам интересно будет смотреть это видео. Всем приятного просмотра! И давайте вначале покажу вам, что недавно ко мне приехало в посылке от Faberlic. Кратенько расскажу вам про каждое средство. И внизу еще буду подписывать артикул. Думаю, для вас так будет удобнее. Для мамы заказала вот такой шампунь объем и густота из серии Botanica. Это самый любимый шампунь моей мамы. Она других никаких не признает. Так что я его регулярно заказываю. Он отлично придает объем, особенно тонким волосам. И очень классно, что у этого шампуня большой объем, 400 миллилитров, и хватает его надолго. Из этой же серии Botanica вот такой гель для душа гладкости сияния с ароматом пиона и черной смородины. Как вы поняли, я просто обожаю аромат пиона. Кроме того, здесь опять-таки большой объем, 400 миллилитров, так что будем пользоваться с удовольствием. Следующий гель для душа с ароматом смородина и черника из серии Vitamania. Я вот раз заказала целых 4 геля для душа, что-то оставлю себе, что-то подарю родителям. И вот у этой серии все гели для душа очень ароматные, такие, знаете, вкусные, и просто роскошная получается пена. Вот такие гель для душа и скраб для тела из серии малиновые мильфии. Если вы любите аромат малины, то эти средства вам точно понравятся. Показываю вам здесь поближе скраб, я его уже тестировала, такое нежное скрабирование, и очень понравилось, что в нем содержатся прям вот эти зернышки малины. Последний гель для душа называется вишневый лимонад, он вообще из зимней коллекции, но я не удержалась и заказала его, потому что на него сейчас акция. Очень низкая цена и потрясающий аромат вишни. Вот такой гель для интимной гигиены. Регулярно беру его, уже, наверное, раз третий заказываю. Очень нравится мне это средство. Концентрированная отбеливающая зубная паста White Frizz. Это тоже один из моих фаворитов. Я постоянно ей пользуюсь. Мне очень нравится, как она бережно отбеливает. И поскольку паста концентрированная, достаточно маленькая горошина, чтобы она отлично пенилась. И, конечно, из-за этого у нее очень экономичный расход. Для Родиона среднего сына, ему 5 лет, заказала вот такой шампунь-бальзам из серии Ума, по-моему, так читается. Такой приятный конфетный клубничный аромат, уже тестировали и отлично пенится. И для Ромы, младшего сына из этой же серии, заказала вот такой шампунь-гель и средство для купания на основе трав. Средство для купания подходит для малышей с рождения. Оно не сильно пенится, потому что у него максимально натуральный состав. И эти средства заказывала по отличной акции. Если берешь 2 средства, то была скидка 50%, и цена получалась просто смешная. Следующий мой любимчик, который тоже регулярно заказываю, вот такой концентрированный стиральный порошок. В этот раз я взяла с ароматом альпийские луга. Очень такой приятный, ненавязчивый аромат. Мне очень нравится, как этот порошок отстирывает. Вообще я чередую жидкие средства для стирки с такими сухими порошками. Более загрязненные вещи я стираю именно сухим порошком. Вот такой очищающий гель для туалета «Морская свежесть». Тоже беру его уже не первый раз. У него экологически чистый состав. Он, кстати, не содержит хлор. И такая интересная особенность. После того, как нанесешь это средство, в процессе очищения оно меняет цвет с зеленого на голубой. Следующее, одно из моих любимейших средств у Faberlic, это вот такой кондиционер для белья. Называется «Восточный пион». Просто потрясающий аромат. И этот кондиционер концентрированный, поэтому не обязательно наливать целый колпачок. Достаточно немного налить кондиционера, и белье просто благоухает. И для кухни заказала жидкое мыло с ароматом орхидеи, но тут в первую очередь тоже из аромата, потому что кто постоянно смотрит мои видео, вы знаете, что аромат орхидеи я очень люблю. И буквально 3 средства себе заказала из декоративной косметики. Вот такая помада Glam Shine, у меня тон темный розовый. Эта помада не матовая, она перламутровая с легким блеском, в то же время такая кремовая, кремовая, очень увлажняющая. У меня уже одна такая помада есть, но там персиковый тон. У этой помады тон темно-розовый, но вы знаете, на камере он все-таки темнее, чем в жизни. У меня закончился карандаш для бровей, так что заказала себе новый автоматический карандаш. Я больше люблю автоматические, чем те, которые нужно подтачивать. У меня тон темный блонд, и этот карандаш ультра тонкий, оптимально им прорисовывать тонкие волоски, если вы любите рисовать брови такой волосковой техникой. И с другой стороны, есть очень
удобная щеточка, можно либо расчесать брови, либо немного растушевать то, что нарисовали. И сам карандаш очень мягкий, в общем, мне понравился. И последняя вот такая палетка наливных помад, здесь 6 оттенков, я такие оттенки очень люблю, они мне все подходят. Конечно, очень удобно брать куда-то с собой в поездку, что здесь в одном средстве несколько цветов. Единственный момент, здесь не идет в комплекте кисточка, но у меня от прежней палетки осталась кисточка, так что это не проблема. И у этих помад такая кремообразная текстура, в общем, я такие средства очень люблю. Так что вот такой мне сегодня получился заказ с сайта Faberlic. Ребят, внизу в описании под видео я оставлю ссылку, по которой вы сможете зарегистрироваться на сайте Faberlic и делать заказы так же, как и я, по приятной цене, которая ниже цены каталога. Так что, если вам интересно, переходите по ссылочке в описании. Ну а сейчас я начинаю уборку на кухне. Я снимала это видео во второй половине дня, уложила Рому спать. А старшие дети у меня в тот момент были у бабушек. Начинать буду с плиты. Хочу основательно ее помыть. Показываю вам здесь, как она выглядит до. И также хочу помыть сегодня более тщательно фартук, потому что, когда готовишь, на него летят брызги. Не всегда я успеваю сразу все протереть. Кстати, очень часто в комментариях спрашивают, как вообще вот такая белая плитка в уходе. Вы знаете, ребят, мне нравится, в принципе, достаточно легко ее мыть. На фартук и на варочную поверхность я набрызгала жироудалитель. Он не самый мощный, который у меня есть, но, в принципе, тоже отлично жир разъедает. И оставлю его на несколько минут, чтобы средство поработало. И после того, как я набрызгала все на плиту, я сразу перехожу к духовке, тоже чтобы ее забрызгать. Вынимаю все противни, у меня там стоит форма для запекания, всегда чистая, чтобы она где-то в шкафчике не занимала место. И показываю вам здесь, как выглядит сейчас духовка. Мне, конечно, стыдно это показывать, я что-то ее запустила, давно не мыла, здесь очень много капель от жира, когда что-то запекаешь, из формы брызгает. И поскольку здесь сильные загрязнения, для духовки я взяла более сильное, как я люблю называть, термоядерное такое средство. Мне это средство присылали как-то на обзор, и вы знаете, оно мне очень напоминает азелит по своему составу, оно хорошо все разъедает, очищает. Так что все сейчас им забрызгаю. Вы знаете, я когда только тестировала это средство, я как-то помыла им плиту, и это средство разъело у меня пластиковую поверхность ручек, вот этих крутилок, да, чтобы включать газ. В общем, после этого я этим средством плиту не мою. И тоже, пока средство в духовке работает, я возвращаюсь к плите, потерла я ее просто губочкой обратной стороной, не терла щеточкой никакой сильно, потому что жироудалитель нормально, жир вот этот весь разъедает, и потом, в принципе, губкой все быстренько можно убрать. Решетку от плиты я буду мыть в посудомоечной машине, у меня просто сейчас посудомойка пустая, а вот вечером, когда посуду буду загружать, я как раз на верхнюю полочку поставлю вот эту решетку. Если там есть какие-то сильно загрязненные места, я предварительно губкой ее тру, и она прекрасно в посудомойке очищается. С фартука вся грязь, какие-то жировые капельки прекрасно очистились. Единственное, у нас плитка не ровная, она такая выпуклая, поэтому, конечно, наверное, более трудоемкая, да, работа, чем если бы плитка была вся ровная, прямая, без выпуклости. И заодно я решила протереть вытяжку. Я не буду снимать вот эту решетку, потому что тороплюсь, чтобы успеть до того, как Рома проснется. Но все-таки я вытяжку протерла, где-то даже жироудалителем тоже набрызгала, просто не все это снимала. И вот здесь вот рядом со мной, конечно же, рыжик. Он, кстати, очень часто вот так ложится на спину и лежит рядом с нами. Я в конце чистки варочной поверхности взяла чистое полотенчико небольшое, такие у меня языки, давно я покупала, и просто намочила его водой, чтобы было влажное, и как бы завершающий такой этап, все этим чистым полотенчиком, вытяжку, фартук, варочную поверхность, потом еще духовку, все, в общем, этим полотенчиком протерла, чтобы было уже совсем чисто. Так что результатом я довольна, плита чистая, буду сейчас завершать мытье духовки. Вы знаете, я, честно говоря, не очень люблю мыть ни плиту, ни духовку. Точнее, я люблю это делать, когда у меня много свободного времени, когда я никуда не тороплюсь. Но, как вы понимаете, с маленькими детьми и, в принципе, с тремя детьми такое редко бывает. Поэтому, как правило, я ограничена во времени. Все нужно делать быстрее и быстрее. Так я, конечно, не очень люблю. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you.
И давайте сейчас немного отвлечемся от уборки. Начался сезон ягод. Я тут съездила на домодедовский рынок, накупила нам вкусняшек, черешни, клубники. В первую очередь, конечно, чтобы дети и мы поели, но все-таки я постепенно буду и замораживать вот так вот понемногу с каждой покупки. Раньше я замораживала только вишню, потому что клубника после заморозки у меня просто превращалась в кашу, но в этом сезоне я у многих блогеров увидела, что пользуются вакуумным упаковщиком продуктов, решила тоже так попробовать. Помещу ягоды в специальные пакеты, потом завакумирую, и таким образом все ягодки останутся целыми, сохранятся их качество, вкус и, конечно, польза. Ну и, конечно, таким образом сэкономится место в холодильнике, потому что воздух вытягивается, пакеты будут более такие плотные, так что, думаю, этой зимой у нас будет много полезных вкусняшек. У меня вакууматор от Класс Марк, это отличное соотношение цены и качества. Вообще, мне кажется, для такого аппарата цена просто смешная, при том, что ты один раз его купишь, и сколько он пользы принесет всей семье. Этот вакууматор отличается высокой мощностью, в комплекте идет зарядное устройство и 5 пакетов. Я в тот же день, как он у меня появился, сразу и приступила к упаковке продуктов в морозилку. Есть два режима работы, запайка с вакуумизацией и без вакуумизации. Подходит для хранения ягод, фруктов, мяса, овощей, рыбы, сладостей и многого другого. И, ребят, не знаю, как у вас, но у меня после того, как продукты лежат в морозилке несколько недель, появляется посторонний запах. Но здесь, поскольку продукты завакуумированы, посторонние запахи не появятся даже через несколько месяцев. Очень удобно в таком виде брать продукты на дачу, на отдых куда-то на природу, для деток, если вы идете на длительную прогулку, в офис, если вы обедаете или берете какие-то перекусы с собой. Инструкция по использованию также есть в комплекте, все подробно расписано. Приобрести вакууматор можно на Валберес, там очень много хороших отзывов, можете почитать. Ссылку на вакууматор Класс Марк я оставлю внизу в описании под видео. Ну а я снова возвращаюсь к уборке на кухне. Что могу сказать, несмотря на то, что я возлагала большие надежды на вот это термоядерное химическое средство, все-таки не до конца у меня ушли вот эти точки. Основную массу жира это средство убрало, но все-таки я думаю, что еще раз, а может быть два, нужно будет здесь почистить, чтобы все убрать. Несмотря на то, что я еще раз забрызгала по периметру, прошлась, но все равно до конца все-таки не оттерлась. Ребят, в духовке у меня можно все вот эти боковины металлические снять, достать, но поскольку у меня Рома спал, я не стала этого делать, чтобы лишний раз не шуметь, потому что у нас кухня как раз смежная комната с детской, где Рома спал, у него очень чувствительный сон, поэтому я решила помою так, у меня там на боковинах не очень сильное загрязнение, там мелкие брызги есть, если что, потом помою, а основные загрязнения у меня именно на дне духовки. Кстати, когда губкой убираешь пену и все это смываешь, то это очень долгий процесс, и когда моешь плиту, и когда моешь духовку. И, в принципе, можно пену убрать таким сухим способом, то есть просто взять сухое бумажное полотенце или сухую салфетку, или просто даже сухую тряпочку и быстренько эту пену протереть, а потом уже протереть влажной тряпочкой. Ну вот не знаю, что-то я по старинке решила обычно влажной тряпочкой протирать, поэтому так. Сейчас хочу протереть СВЧ, печь и духовой шкаф снаружи. СВЧ, печь внутри у меня не сильно загрязнена, я стараюсь в ней поддерживать порядок, могу ее быстренько вечером протереть. Кроме того, у нас там внутри крышка, мы еду всегда греем под крышкой, как-то я так уже всех приучила. Но снаружи, да, СВЧ, печь, конечно, страдает, потому что на вот этих стеклянных поверхностях очень сильно видны отпечатки. Ну а дети могут вообще там грязными или сладкими или липкими руками ее открыть, и поэтому регулярно ее нужно протирать. Заодно решила протереть холодильник, но я что-то уже устала от всех этих химических средств. Взяла свое средство, которое я сама делала, на основе уксуса, спирта и эфирного масла. У меня, кстати, есть шортс видео коротенькое, где я показывала, как я готовлю это средство. Оставлю подсказку. У него присутствует запах уксуса, но, в принципе, достаточно быстро выветривается. Хорошо, что холодильник у нас не с какой-то металлической блестящей поверхностью, потому что тоже на нем бы сильно оставались отпечатки. Поскольку он белый, то достаточно легко его протереть. Ну и быстренько заодно протираю фасады на колонне. Также решила протереть холодильник сверху. У нас здесь стоит кошачий корм, потому что если где-то внизу его оставить, либо кот начинает грызть эту упаковку, либо дети могут взять там с кормом
начать баловаться, поэтому держим его вверху на холодильнике. Стараюсь здесь по возможности часто протирать. В принципе, здесь нет какого-то такого огромного слоя пыли, но все равно пыль здесь была. И сейчас уже передвигаюсь к другим шкафчикам. Я сегодня во всех шкафчиках не успею навести порядок, но самые такие несколько захламленные, а грязные шкафчики, где что-то просыпалось, я сегодня уберу. Уже все выгрузила с полок. У нас в этом шкафчике на нижней полке хранятся какие-то сладости, сухарики. На средней полке у нас стоят соки и баночки с молочной кухни. И на верхней полке у меня там такие интересные вещи. В общем, я туда складываю то, что я продаю на Авито. Ну, просто приспособила эту полочку, потому что она на самом верху, доступа практически ни у кого нет, думаю, пусть вещи стоят там. Здесь старалась протирать просто влажной тряпочкой, но у меня там, поскольку стояло растительное масло, то там были пятна от него, такие, знаете, уже засохшие, застарелые, поэтому я побрызгала жироудалителем, чтобы все оттереть, потому что, ну, водой просто я бы это не очистила. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам смотреть такие видео. Вы знаете, у меня была мысль снять расхламление кухни, потом я как-то так на нее посмотрела, думаю, да вроде расхламлять особо на кухне нечего, я сейчас как-то так привыкла, что у меня уже расхламление как-то происходит само собой. Ну, в любом случае, когда ты начнешь расхламление, по-любому найдется то, что чем ты не пользуешь, что нужно выбросить или отдать, или продать, но более-менее сейчас у меня на кухне порядок. Кстати, ребят, для тех, кто впервые попал на мой канал, или, может быть, пропустил в предыдущих видео, у меня есть подробный рум-тур на нашу кухню. Кухня у нас относительно новая, ей всего год. Ссылку на видео с рум-туром я оставлю внизу в описании под видео. Также оставлю подсказку. Можете там подробно все посмотреть. Я там озвучиваю и стоимость кухни, и какие-то моменты. Очень популярный вопрос, почему у нас на кухне всего две конфорки, то есть плита на два места, хотя у нас многодетная семья, семья из пяти человек. И вот там как раз в этом видео я обо всем подробно рассказываю. Последний шкафчик на сегодня, в котором я хочу навести основательный порядок, это вот такой выдвижной ящик с крупами, с какими-то специями. Давно я здесь не наводила порядок, показываю вам здесь вблизи, как у меня не организованы здесь специи. Они у меня стоят в таком пластиковом контейнере, но контейнер для них маленький, поэтому сегодня буду менять организацию специй и показываю вам здесь, сколько в ящике мусора. Здесь и пшено рассыпалось, и мука, и даже изюм я потом в контейнере нашла, поэтому тщательно сейчас буду все пылесосить и протирать. У меня уже, кстати, к этому моменту проснулся Рома, поэтому я уже спокойно пылесошу. Конечно, если бы он спал, я бы здесь просто протерла, но пылесосом очень удобно, что изо всех щелей можно достать какой-то мелкий мусор. И сейчас буду все просматривать. Иногда бывает так, что какая-то крупа или вот как я сейчас соль пересыпаю, не помещается сразу в контейнер, поэтому сейчас все пересыпаю. Баночки я здесь тоже стараюсь по возможности поддерживать в чистоте. Если какая-то крупа заканчивается, я баночку сразу стараюсь мыть, прежде чем засыпать новую крупу. Вообще у меня хранение сыпучих продуктов организовано в стеклянных банках. У меня эта организация очень давно, я не знаю, наверное, уже года 4, может быть, даже лет 5. И я задумывалась над тем, может быть, стоит организовать в красивые пластиковые контейнеры, которые будут стоять на полке, визуально будут красиво смотреться. Ну вот не знаю, не могу я избавиться от этих стеклянных банок, потому что мне больше нравится хранить в стекле. И в принципе, поскольку ящик выдвижной, то мне кажется, все наглядно видно и достаточно аккуратно все и удобно, самое главное. И сейчас показываю вам вот такую потрясающую корзинку для хранения, сплетенную из водного гиацинта. Я ее недавно приобрела, не поверите, она в корзине у меня лежала, наверное, полгода, и вот сейчас немного цена на нее опустилась. Я ее купила за 700 рублей с копейками, хотя она там в какой-то период стоила вообще 1000 рублей, но мне кажется, она того стоит. Я очень люблю какие-то корзины для хранения из таких натуральных материалов. У меня салфетницы есть из водного гиацинта. В общем, я ее купила для организации специй, так что сейчас давайте вместе с вами будем наводить порядок. У меня специй довольно много, у меня муж, как, наверное, и многие мужчины, любят покупать специи, и потом не всем я успеваю пользоваться. В общем, сейчас просматриваю сроки годности, чем я пользуюсь, чем не пользуюсь, и буду все аккуратненько складывать. У меня еще такая привычка, те специи, которые открыты, я стягиваю вот этой скобой, да, чтобы случайно
как-то, если там они перевернулись, не просыпались. Еще я в эту корзиночку поставила соду, рисовую муку. В принципе, можно было тоже какие-то стеклянные баночки докупить. Может быть, со временем я так и сделаю, меньшего объема, и тоже их поставить. Но пока я поставила их сюда. И мне кажется, что в такой корзиночке гораздо симпатичнее все смотрится. Сразу другой вид, все организовано. Ну, конечно, да, коробочка с содой и с рисовой мукой выбивается из общей картины, но ничего, потом тоже их организую. И я уже перехожу к заключительному этапу своей генеральной уборки на кухне. Мне нужно тщательно помыть раковину после всех этих манипуляций и протереть горизонтальные поверхности, столешницу и наш кухонный стол. Ребят, у нас раковина каменная, черного цвета, и тоже очень часто спрашивают в комментариях, как вообще в уходе черная раковина. Я уже неоднократно вам рассказывала, что на черной раковине какие-то капли, брызги видны достаточно сильно. Нужно регулярно за ней ухаживать, если хочешь, чтобы она всегда была чистая, опрятная. Я уже разные средства пробовала, но вы знаете, вот популярные средства против известкового налета, например, Silit Bank, да, они очищают, но все-таки не до конца. Последнее время, чтобы так прям основательно почистить от белого налета, я использую меламиновую губку. Как раз вот я сегодня беру два кусочка, и уже после того, как я почищу раковину каким-то средством, я беру меламиновую губку и еще по стенкам прохожусь. У меня меламиновая губка из Fix Price. Она, как я понимаю, не очень хорошего качества, она достаточно быстро стирается, то есть меламиновая губка, она как ластик, да, работает, она очищает поверхность и таким образом стирается сама, вот, но в целом более-менее она очищает хорошо. Ну что, ребят, моя генеральная уборка на кухне сегодня окончена. По крайней мере, это была первая часть генеральной уборки. Конечно, не во всех шкафчиках я все протерла, но все-таки я здесь стараюсь более-менее поддерживать чистоту и порядок. Надеюсь, что мне удалось вас замотивировать, если вам нужен был такой, хотел сказать, пинок, если вам нужен был такой толчок. Так что буду очень рада, если после моего видео вы наведете чистоту и порядок и на своей кухне. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, it's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I think it's hard how we always wait another day. Всем привет еще раз, ребят. Наконец-то я закончила свою уборку. Вы не представляете, уборка заняла примерно 3,5 часа. Вот я начала где-то в начале третьего, и сейчас без 15:06 уже вечера, и я только закончила. Конечно, я переставляла камеру, если бы не снимала, уборка бы меньше времени заняла, но все равно, мне кажется, у меня такое лицо красное, я вся вспотела, но я рада, что наконец-то я все вот эти дела переделала, и, конечно, я не во всех уголках навела чистоту и порядок, но самые грязные места у меня теперь убраны. Духовка была очень грязная, ну, плиту понятно, что я мою часто, но тоже так основательный фартук сегодня помыла. И шкафчики такие наиболее, так сказать, бардачные я наконец-то разгребла, так что, конечно, очень приятно, когда кухня в таком состоянии. И Рома проснулся где-то, наверное, в районе 4 часов, он уже тут сидит уже вместе со мной, кушает яблочко. Уже зовет меня гулять, так что, наверное, сейчас выйдем. Я уже, мне кажется, одурела от всех этих химикатов и уже под конец старалась так протирать с простой водой, либо своим вот этим средством с уксусом, потому что уже хочется выйти на свежий воздух. Надеюсь, что я смогла вас замотивировать, если вы как раз планировали делать уборку на кухне. Кстати, решетку я вечером, потому что у меня сейчас посудомойка пустая, я ее включала днем. А вечером я как раз ее помою, вот эту решетку от плиты, она тоже будет чистенькая.
Вот, надеюсь, что вам интересно было смотреть это видео. Если это так, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Если пойдем на прогулку, немного кадров тоже поснимаю. Я хочу сходить в Коломенское погулять, но кое-кто не хочет туда на коляске ехать, потому что Рома любит ножками ходить куда-нибудь на площадку. Ножками далеко не уйдешь вместе с ним. Все, не буду больше болтать. Всем пока. И хотела вам показать несколько кадров с нашей прогулки по Коломенскому, по музею-заповеднику. Вы знаете, каждый раз, когда я сюда прихожу, я просто в восторге и удивляюсь, что посреди шумной Москвы есть такое красивое, умиротворенное место, где можно погулять, насладиться этой тишиной, спокойствием, красотой природы. Конечно, в выходные дни здесь гораздо больше людей, потому что сюда и со всей Москвы приезжают, и из других городов. Место просто потрясающе, но вот в этот раз мы были в будний день, и в будний день тут более-менее спокойно. Кроме того, есть такие местечки, просто нужно куда-то свернуть, и ты оказываешься вообще в какой-то тишине, в уединении. Потом в конце видео я вам покажу. Я сейчас, наверное, не буду больше болтать, наконец-то умолкну, поставлю музыку на фон, чтобы вы тоже смогли полюбоваться этой природой. И, кстати, в конце видео оставлю кадры с живыми звуками, как мы гуляли, потому что там звуки просто потрясающие. Я в своем телеграм-канале уже видео показывала. Если видео вам понравилось, ребят, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Также встречаемся с вами в комментариях. Я всем стараюсь отвечать. До встречи в новых видео. Всем пока! Вон на игрушке.